уже в колобке. Вот уже в колобке. Сейчас разденемся, я буду снимать дальше. Мы уже разделимся. Вот, Настя не придет. А потом у нас еще немножко уходит. Мы ждем сока. Ты так убери лучше. Бэ-валя. Покажи, как ты помнишь. Которую тебе подарили. Да, нет. На иконку оставим. Давай я сейчас подарю. Сейчас? А, с днем рождения-то? Давай. А мы подали подарок, Валя, такой у нас, да? Ну что, мы сейчас просто все достанем. Валя, какая это день рождения? У нас. Аня, вы наконец-то спустили. Да. Аня. Да. Сейчас ждем рождения. На. Понюхай там. Все. На. Это крестик, а это кишка. Вот. Это вот мы подарили подарки. Такой небольшой подарочек там. У нас я, конечно, не подарила зря. Жалко, конечно, вот. В общем, да, вот это вот. Сгущенкой нет. Да. Это наш первый со сгущенкой не был. А пошли, что там? А давайте пока что здесь оставим. Вот такие вот. Вот, мы в колобке, я, конечно, что Настя не пришла, но ты, конечно, ее надела, ну, зря. Да. Вообще. Купила. Ну, вот это я устроила. Называю... Я думаю, ко мне это пойдет, не ходи. Называется Настя. Зря потратила деньги. Она может... Да, вроде есть. Да, там есть. Там у нее же останется 500 чем-то рублей. В общем, можете сюда зайти мороженое. Окей. Okay. В общем, можно зайдем в пиццерию и покушать там мороженое. Найдешь это видео в Ютубе. Мы будем выкладывать все дни рождения в Ютубе. Короче, 500. Валя,
мы еще можем в пиццерию сходить, мороженое там поесть. Да, кстати, у меня 500 с чем-то осталось. Я вам девчонкам говорю, вы еще на эти деньги сможете поселиться, ведь можно не пойти. Если оно есть. Че? Потом делают пельмени. У нас прям пиво вообще. Ага. Также делают пельмени. А я вешала туда. Да там сейчас все набито, блин. Положи сюда. Еще можем купить сока. Так, а моя? Чё? Так мы будем заказать пельмени. Так, да, пока что нажмем на стоп, потом покажем нам пельмени, а потом уже мороженое, вот.